Жители подконтрольной ДНР части Зайцева обратились к мировому сообществу с просьбой прекратить войну на Донбассе и обстрел своего поселка. Дорогое сообщество, Америка, Франция, Чехословакия, кто-нибудь, услышьте нас, мы жители поселка Зайцево. Мы живы здесь, нас не убили, говорят, наш мертвый поселок. Посмотрите, у нас здесь дети, но это не все. Половина спит дома маленькие. После ночи. После ночи, бессонной. Сегодня нас очень обстреливала украинская армия. Очень обстреливала. Мы вас просим, всех, кто может, помогите нам. Пусть перестанут стрелять. Нет жизни ни у нас, ни у детей. Мы не можем спокойно жить, спокойно учиться, работать. Помогите нам, кто может. Расскажи, Маша, пойди расскажи. Дядя, сделайте так, чтобы не стреляли. Мира нет, чтобы кататься на велосипеде. Мы хотим, чтобы не стреляли. Мы хотим, чтобы было мир. И нас не бомбили. Я хочу, чтобы в огороде мины не ложились. В результате обстрелов города на сегодня остаются без газа жители поселка Гагарина, а именно 40 частных домов и 38 квартир. Ведутся оперативные ремонтные работы. Сегодня в Горловке прошел Всемирный день донора. Участники акции получили бесплатные обеды, небольшие денежные премии и памятные сувениры, а также два оплачиваемых выходных.